Так, сегодняшний комплекс я сделал за 25 минут. Я 30 поставил. Сегодня по большей части сделали акцент на прокачку мышц. Я вспотел, но не так, как раньше. Поэтому сегодня такой больше кач был. Три подхода. Первый подход, второй, третий. И вот очередность. Отжимания — это на грудь, бицепс, плечи, выпрыгивание на ноги, трицепс, прыгалки, спина и, соответственно, джамбы. Первый подход мы, как правило, делали все 50 раз, потом 30, потом 20. When the drum beats go like this. Трички выжимают, маленький вес. У нас каждые тренировки, они все разноплановые. Тренируемся, как правило, в воскресенье, иногда в субботу. Смотрите за нашими новостями. Раз в неделю тренировка для всех желающих по кроссфиту бесплатно. До встречи в Ярополке.